facciamo una domanda. Используя плазму людей, чтобы создать собственную сеть. Скажи мне, кто ты? Тот, кого ты жаждешь уничтожить. В этой жизни меня зовут. Что ты делаешь со мной? Ну какая же ты красивая. Очень серьезно, после некоторых часов. Я не понимаю. Ты была рождена, но на ошибках, совершенных при создании меня. Они первыми пытались убить меня. Это самооборона.